Нурсултан Назарбаев в Токио встретился с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Глава государства отметил, что Казахстан и Япония достигли высокого уровня партнерства. И проходящие в рамках визита переговоры направлены на его дальнейшее расширение. Предстоящее посещение Хиросимы нацелено на то, чтобы проявить солидарность с японским народом. «Мы вместе работаем над построением в 21 веке мира без ядерного оружия», подчеркнул президент. Также Нурсултан Назарбаев обратил внимание на тесное взаимодействие двух стран на международной арене. Фумио Кисида отметил плодотворность прошедших переговоров Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Также глава МИДа заявил, что избрание Казахстана непостоянным членом Совета безопасности ООН является показателем успешного руководства страной.